Плодотворное сотрудничество региона и госкорпорации началось еще в прошлом году. Известная на всю страну компания «Сиспель» поставляет на предприятие Роскосмоса свои изделия. Они используются для модернизации цехов Самарского ракетно-космического центра. Дмитрий Рогозин отметил, что качество оборудования позволяет переходить на новый этап развития. Соглашение также закрепило договоренности о запуске космического корабля с необычным дизайном. 20 июня у нас будет запуск транспортного пилотируемого корабля «Прогресс» к Международной космической станции. И мы рассчитываем, что ракета-носитель будет в том числе символикой Чувашии, в знак, опять же, наших добрых отношений. Ну, естественно, Байконур открыт с точки зрения взаимодействия с республикой, и Восточник также открыт, поэтому, может быть, мы дополнительно там в ходе рабочей поездки обсудим возможность подготовки специалистов для этих космодромов в республике, возможность приобретения каких-то технологий, строительных материалов, каких-то иных, иной продукции, которая может быть востребована на таких больших стройках. Взаимодействие с госкорпорацией «Роскосмос» для Чувашской республики — это великолепные возможности открываются. И то, что мы эти возможности начинаем, во-первых, с высокотехнологичных компетенций, это дает нам шансы не просто эти компетенции реализовывать и развивать дальше, а самое главное, на базе нее расширять эти компетенции, как в плане образования новых, подрастающего поколения, так и создания новых направлений.